Сигнал от цели металлодетектора поступает через динамик. Громкость сигнала вы можете регулировать через меню. Также вы можете использовать наушники. Наушники необходимы в шумных местах. Например, рядом с работающей техникой, на пляже или при сильном ветре. А также, если вы работаете рядом с другими детекторами, чтобы отчетливо слышать сигнал от своего металлоискателя. Она вот тут лежит, Терри, возьми. Также наушники позволяют слышать слабые сигналы от глубинных или очень маленьких целей. Наиболее предпочтительны большие наушники, полностью закрывающие все ухо. Это позволяет заглушить внешние шумы и отчетливо слышать сигнал от цели. Маленькие наушники не глушат внешние шумы и при сильном шуме практически бесполезны. Штекер наушников имеет разъем 1/4 дюйма. Желательно использовать наушники на витом шнуре. Фирма Minilab рекомендует использовать наушники с сопротивлением 100 Ом. Вы можете использовать наушники любого сопротивления, но чем ниже сопротивление, тем будет тише звук в наушниках. Наушники продлевают срок эксплуатации батарей питания.